машина жрет масло. Вот решил попробовать такую штуку. Поможет, нет? Сейчас откручу, залью, проверим. Вот сейчас залью в каждый. Подожду пару часиков. Посмотрим, что там происходит. Как будет. То есть будет дымить, не будет. Вот так. Ну, сейчас во все остальные. Вот залился. Машину примерно выровнял. Ровно стоит. Цилиндры примерно одинаково на одном уровне. Сейчас опущу. Я поднимал выравнивать цилиндр. Все, потом расскажу дальше. Сейчас закручу свечи, пускай она стоит. Сейчас я подниму ее, немножко пошевелю поршня колесом прям. Пускай там расходится получше, может быть. Все, смотрим дальше. Прошел час с небольшим, решил посмотреть, что там происходит. А там пусто. Все испарилось. Ничего не видно так. Сейчас буду, так сказать, крутну. Пускай все остатки вылетят. Как написано, нужно выжать полный газ. Прокручивать. По несколько секунд, пару раз. Ну, еще разочек сейчас. Что тут происходит? Не знаю, там видать вроде что-то есть немножко. Так, вроде. Еще, наверное, надо покрутить. Сейчас закручу свечи, поменяю масло и покажу, что дальше произошло. Будет дымить, не будет, посмотрим. Вот такое масло слилось. Сейчас залью свежего, фильтр я уже закрутил, и будем пробовать. Так, масло залил 3 литра, пускай пока стекает. Сейчас попробуем процедить, посмотрим, что у нас там. Есть какая-то, нет. Старое масло. Есть какая-то грязь небольшая, но это, наверное, из канистры из этой налетело. Вот. Короче, я ее завел. Дымоган пошел сначала какой-то. Что-то троится. Может, приработается.
смотрю. Пахнет этой хренью, выгорает. Короче, открутил. Катушки поменял местами, все заработало хорошо. Все, сейчас поработает. Подождем. Смотрим. Чуть погодя еще попробую. Дымит, не дымит, а потом скажу, жжет масло или нет. Короче, она как дымила, так и дымит. На что больше будет дальше? Может, что приработает, что я, конечно, сомневаюсь. Ну ладно, я еще скажу. Пока всем. Привет, ребята. Думал, не поможет вот эта раскоксовка. Жало масло. Сейчас 2 недели вот езжу, масло вроде не бывает и не дымит. Вроде нормально. Сначала я не верил, что так будет. Ну, вроде как помогло. Так что, если кому понадобится, попробуйте. Вдруг поможет тоже. Всем спасибо, всем пока.